lollipop, lollipop, lolli, 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 pop, lollipop, lolli, 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 lollipop, lollipop, lolli, 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 lollipop. Хорошо. Кирилл, думай предложение, хочу услышать. Жизнь – это мой организм. Такое сложное предложение. Слава, мы работаем, не в окошко смотрим. В мультиках есть хорошие и красивые чудеса. Я смотрю передачу «Поле чудес». Вот теперь хорошо. Замечательно. А мы пишем первое предложение. Май. Ровно. Май, лодки не висят. Сергеевна мне нравится, потому что она самая хорошая и умная учитель. Мне нравится Лена Сергеевна, потому что она очень добрая. Потому что она учительница, нам все говорит, а мы все делаем, она нас учит. Потому что она добрая, она умная. Ну, она добрая. Потому что она красивая, хорошая. Она добрая. Она самая умная. Потому что мы с ним хорошо учимся. Потому что она очень добрая учительница. Потому что она добрая, она хорошая. Говорит, что делать. Потому что она добрая и умная. И красивая. Потому что она добрая. Потому что она не ругается. Потому что она красивая. Потому что она добрая. Она очень добрая и красивая. Потому что она очень умная и красивая. Потому что она хорошо объясняет. Потому что она добрая. Она очень красивая. Не злится. Потому что нас они учат. Лея Сергеевна. Потому что она нас очень многому учит. Ну, потому что она добрая. Flying through black night, cities are past us here. This time, a solemn warning. I cannot contain this now. You are the only one.
лучшая подруга такого Тивасова, а дальше я всех не знала, потом все, и когда я пошла в школу, все, потом я с ними познакомилась, и они стали мои друзья. Я больше всего подружилась с Катей. Да, я ее знаю. Я с ней встречался в детском саду. С Владиком. Он добрый, он веселый. Больше всего я подружился с Викой. С Владиком и с Кириллом. Больше всех я подружилась со своей соседкой, она со мной в классе и в моем подъезде. С Любой, с семьей. Виолеттой и с Ариной. Я больше подружился с Настей Ивлеевой, потому что я с ней учился в детском саду. И я с ней давно подружился, так что до сих пор я с ней дружу и в некоторых делах помогаю. С Настей, с Любой и с Тамарой. Они очень добрые. И они всегда уступят, они всегда помогут в нужную минуту. Мы и так с Колей дружили с детства, но я с ним еще больше подружилась. И с Ариной. С Владиком. Я больше всего подружилась с Катей. С Викой, потому что она красивая. С Саней Павловой. Она хорошая, веселая. С Викой Овчинниковой, потому что она очень умная. С Владиком. Это мой самый лучший друг. И Кирилл. С Аней. Потому что она самая красивая в нашем классе. С Ангелиной. Потому что мы с ней всегда играем. Она хорошая. Милая. Больше всего с Кириллом. Потому что он никогда не дерется и не обзывается. С Кириллом. Аней, Соней, Софой, Катей. Физкультура. Мне понравился окружающий мир. Мне нравилось рисовать и писать. Мне понравилось в первом классе учиться, стать умным. Мне запомнилось, когда я пришла в школу, но я нашла себе много друзей, и я училась вместе с ними. Мне понравилось больше всего математика и...
математика и физкультура. В первом классе мне понравилось, что я сначала хорошо писала. Мне нравится с ним, с моим учителем учиться, потому что годовую, ну, не в понедельник мы писали, а во вторник. Мне больше всего понравилось, что ты вот очень добрый дети. Что мне больше всего в школе понравилось? Мне понравилось больше всего в школе. Это уроки, а еще экскурсии по разным местам. Всегда по 5 уроков, иногда по 4. Мне понравился урок рисования. Мне нравится. В библиотеке. Мне понравилось в первом классе хорошо учиться. Мы уже считаем, что мы уже второклассники. Понравилось с друзьями познакомиться, игра с друзьями. Мне больше всего понравилось в первом классе окружающий мир, потому что говорят про мир. Учиться. Мне понравился больше в школе класс, столовая и коридоры, в которые можно играть. Мне больше всего нравится учиться в школе. В школе мне больше всего понравилось, ну, там, с друзьями играть. Хорошо писать, русский язык писать, математику хорошо писать и рисование. Мне в школе больше понравилось из уроков. Ну, из уроков мне нравится больше всех уроков физкультура. Уроки. Русский язык, математика, рисование, труд. Физкультура.
Я хотела бы сказать маме, что я очень люблю ее. Я хотела, что они мне, чуть-чуть, они всегда меня не ругали, и что они, что всегда были рядом со мной, и мама, папа, и моя сестра. Я их очень люблю. Я вас очень люблю, и вы самые мои любимые родители. Что я их очень-очень-очень люблю. Я говорю иногда своим родителям спасибо, что они помогают мне собираться в школу, проверяют. Если что-то не собрал, то говорят, вот за что я им говорю спасибо. Что они очень-очень добрые. Что я хочу делать вечером? Люблю гулять, играться, потому что это я люблю делать. Что? Я хотела бы сказать, что папа поскорее нашел работу, а мама пусть не уставала на своих двух работах. Я люблю своих родителей, потому что они очень добрые. Я хотела бы сказать родителям, что я их люблю очень сильно. Я хотела бы сказать, чтобы Ваня оставался всегда здоров, и чтобы уже прошел у мамы кашель. Я хотела бы сказать своим родителям, что я очень их люблю. Они самые любимые. Я бы хотел сказать своим родителям, чтобы они никогда не разлучались. Чтобы они мне купили лошадь. Мечтать стать электриком, потому что это моя самая любимая профессия. Моя мама тоже так думает, потому что она физик. Я мечтаю, чтобы у меня появился щенок. Я хочу быть ветеринаром. Я мечтаю, чтобы у меня всегда были пятерки. Я продавать, работать в мастерской мастером. Я хотела стать моей сестрой. Скажите, я хочу быть моряком. Я мечтаю, чтобы у меня все было нормально, только я училась на пятерке. Я хочу быть певицей. Мечтаю, чтобы никакие люди не болели спецназом. Я мечтаю стать взрослым очень давно. Я мечтаю, чтобы мама завела кошку. Я хочу стать швеей, как моя мама. Я мечтаю съездить на карусели учителем. Я мечтаю о самолете. Я мечтаю стать военным летчиком. Потому что можно защищать мир. Певицей. А машине? Водителя. Я мечтаю стать всадницей и чтоб всегда было солнечно и ярко. Мечтаю о том, чтобы
все желания у детей исполнялись. Я хотела бы стать полицейским. Полицейский – это самый храбрый человек, который арестовывает людей, те, которые воруют что-то. Чтобы я поскорее научился ездить на двухколесном велосипеде. Я хотела стать бы снайпером, потому что снайпера можно защищать родину. Я мечтаю увидеть фею, потому что мне интересно, как они выглядят. Я хочу быть парикмахером. Когда я была девочкой, маминой помощницей. Я мечтаю, чтобы я никогда и моя семья никогда не болела. Я бы хотела быть высоким и сильным. Мечтаю пойти на работу скорее и вырасти учителем конного спорта. Фотографом. Я мечтаю, это секрет. Но если вы никому не расскажете, я могу вам рассказать. Я мечтаю о том, чтобы найти чертежи Наутилуса и сделать его по чертежам. А Наутилус – это такая подводная лодка.